Друзья, всем привет! Ну что, сегодня отличная погодка. И отличная погодка не для того, чтобы погулять, а для того, чтобы покататься. Так что еду на каток с Натальей сегодня. Покатаемся, подготовим наши программы. Уже совсем скоро выступление. Начинаем 6 марта. Сейчас, кстати, скину города, где мы будем выступать. И 11-12 в Москве. Большой праздник в честь дня рождения Татьяны Анатольевны Тарасовой. Так что мы готовимся. Надеюсь, вы готовитесь. Очень вас ждем, будем рады всех видеть и до встречи на льду. А сейчас, кстати, что-нибудь скину с нашей тренировки, поддержки какие-нибудь или выбросы, может быть, кстати. Друзья, догадываетесь, где я нахожусь? На льду, естественно. И сегодня мы с Натальей. Вот Наталья. О, голова Наталья едет уже, раскатывается. Все, мы, короче, ставим. Наконец-то что-то новое. Да, я знаю, что, блин, вы можете бесконечно смотреть на наши любимые номера. Но сегодня мы с Натальей, да, сегодня мы подготовим для вас что-нибудь новенькое. Вот Илья. 12 ночи. Да, уже погружен в думы и в искусство, и в творчество. Мы с Натальей раскатываемся, поставим для вас самую крутую программу, чтобы показать в Москве 11-12 числа. На каком-то большом стадионе наверняка. Произвольным просто показаем, мне кажется, все. Да, видят. Может, да. Ну, как бы что-то будем крутое сделаем 100%. Так что ждите. Саша, опять началось, а? Ну, это невозможно. Еще ничего, ни шагу не сделали, уже что-то снимают. А, бездельник. Just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly.